приветки, пистолетки, мои сладкие кошечки и котятки. Продолжаем мы с вами играть. Прямо сейчас мы с вами посмотрим страшных трех котов. Спокойной ночи называется. Три кота. Три. Посмотрите, к ним пришел призрак. Сейчас он их сожрет. Нет, это был кошек. Посмотрим, насколько она страшная. Ребят, лайк, если вам нравятся три кота. Подписывайтесь на канал, жмите как можно сильнее по колокольчику. Не забывайте про мой телеграм-канал. Все в описании и в комментарии. Поехали. Ага, они не спят. Им нужно помочь уснуть. Если вы понимаете, о чем я. Видимо, они боятся всех привидений. Так, нужно нажать, наверное, все. Ага, тут... Ага, страшный голос такой, кстати. Ну, чтобы туда зайти, нужно посмотреть рекламу, я так понял. Сюда нужно... Черные коты. Так, ага, это у нас малыши какие-то коты. Ну ладно, давайте по стандарту, вот без рекламы, посмотрите. Тут я, мать и три кота. Давайте к бате зайдем. Что он нам предложит в этот раз? Что он там делает ночью? Ага. Ага. А, ё-моё, я боюсь. Тихо, тихо. Это не помогает. О, давайте три кота. Да. Ага. А, о, можно стирать, ё-моё, я испугался, я думал, ещё что-то, ёлки-палки. Ага. Ёлки-палки. Ёшкин, это мой папа, ночной. Что он там ночью делает? Нельзя это днем что ли, делать? Ну все. Точно. Хорошая идея, ну ладно, пойдём. Ага, батя спустился. На свой этаж. В подвал, в подвал! А кто там в подвале? Ё-моё. Вот, банки в подвал. Так, так, нам нужно... О, можно, так, все, класс. Так, берем вот, вот это. Вот этот, по-моему, тут. Вот это. Лачко тут где-то есть. И ингредиенты, и батька доволен. И мы сделали, видимо, его мечту, осуществили реализацию этого пирожного, которого он... который он задумал. Ага, все. Жми на банки. Так, во. Так, оно. Что тут? Ага, выпивай. Нет, не будешь пить? Нет, все нормально. Нет, это не то. Согласен. В смысле не... А, на банке жать. Все, давай. Я понял. А, надо передвинуть ему. Давай, батька, пей быстрее. Ё-моё. Все, да? Давай дальше, что тут? О, бинокль, слушай, тут есть. Давай-ка нажмем на него, нет? Не работает. Ага, пей огурчик. Солененький. Ух, какой классный. Великолепный. Мы понимаем, но... Рассольчик батя любит. Нормальный такой маринад. Ага, ну все, мы поняли. Ты хоть люби... По-моему, там была эта пшеница, да? огурчики малосольные. А это у нас сок, да? Не то, да? О, да, ну-ка давай-ка еще бутылку какую-то вот еще. А все? Больше нет? Три ингредиента надо всего лишь? Батька пришел к себе в комнату, сейчас будет спать. А где мать? А где мама? Они что, отдельно спят все? Какую колыбельную? А, во, мы нажали. Ё-моё. Батька любит слушать страшные звуки. Серьезный батька. Все, да? Да, выключаем свет. А как выключить? А, все. А, светильники оставил включенными. Зачем? Так, батя, маме зайдем. Что она там делает? Ха-ха. Нет там другого бати. Да, 12 часов ночи. Так. Давай-ка мяч. Ага, это ее, видимо, энергия, да? Которую мы должны потратить. Да, все верно. Давай, давай гирю достанем. Дожму, жму. О! Получается, надо 3 заряда батарейки истратить, чтобы она перестала заниматься. Ну-ка, давайте вот эти. 3 days later. О, давай, полетели, гирю. Гирю поднимаешь. Давай. Смотри, не надорвись. Все, давай, давай, чуть осталось. Давай, давай, жмякаю, давай. Жамкаю, давай, быстрее. Все, фух, все силы истратила. Встала, ей пора отдохнуть. Надо помыть посуду. Мама устала. Вы тут бездельничаете, сидите. Так, она сидит в ванной. Что она там делает? Ага. Так, все, она пошла мыться.
просто тыкаю и ей даю спокойно помыться, я так поняла, полотенце. Мама, халат, полотенце, мыло, шампунь. Да, все. Мама пошла спать. А теперь к нашим любимым котикам сейчас пойдем. Что же они там вытворяют? Давай-ка. Котики, что? О, давай-ка, мини-привидение. Так, можешь свет сразу выключить? Нет. А, надо жать. Е-е-е, друг с другом. Все, я складываю. Хорошо. О, разбросали, ребята. И мне за вас еще убирать. Вообще, что ли, на аква побежали, поедим. Пожрем. Ха-ха, на ночь. Ага. Надо, наверное, разгадать сейф. А, нет, не надо разгадать. Думаю, тут замок висит на холодильнике. Куда он побежал-то? Ой-ой-ой. Не упадешь ты, нет, браток? Я вообще кушать переходил. Насвинячили на кухне. Вообще, я за вас еще... Да продолжай. Еще тут выбирай. Ё-моё. Уложили. Давай матрешку сначала. Потом финтифлюнтика. Ядрёшкина давай сюда. Да, шарманочка. Эх! Рябинушка. Ух, нет. А-ля-ля-ля-ля. Эти цепи на мне. Это та та ра тар та 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 ра тар та та. А то вылезет что-нибудь. Ё-моё! Совсем с ума сошли. Не выключайте никогда свет в этой игре и никогда не играйте в нее. Как их давайте, наверное, придем. Я даже не знаю, давайте к черному коту вот этому придем. 2000 years later. Самое время ночью. Все, подключил. О, я зажал просто и все. Чтоб не тыкать. О, все, неисправное. А чё не исправный, не пойму. Вроде есть тут антифриз, омывайка, что тут оно. О, все верно. Масло залил, да. А фильтр ты не хочешь поменять, браток? О, я целый день сегодня мою. И вас, и... Так, все, Керхер. Все, она обледенела, надо теперь вытереть. Феном, да? Все. Кайф. Черный кот. Я ни разу их не видел. Да, включаем. Нет, ничего. Хо-хо, ничего нет. Давайте еще котик. Ой. Ага, все, я понял. Хорошо. Кайф. Кайфово. Так, на. А, ты все, ложишься. Ага, нажал. Так, где? Какую нажать-то? А, во. Чего тут страшного? В смысле? Какой? В смысле другой? Во! Ну-ка, давай-ка. Одна семья получила новую квартиру, но на стене было красное пятно. Его хотели стереть, но ничего не получалось. Тогда пятно заклеили обоями, но оно проступило сквозь обои. И каждую ночь кто-нибудь... Пятно после каждой становилось еще ярче. Ё-моё! Ты истории слушаешь, мужик. Вот этот ты хочешь, я знаю, вот этот. О, все. Все, полетел. А история где страшная-то, которую я прочитал? Так, что тут надо? Вот это, наверное, да? Или что? Что я нажал-то и не понял? А, это катапульта, да? А, это лифт, лифт. Вот эта штука, браток. Кайфово, посмотрите, тут еще инопланетяне есть. Ой, инопланетяне, давай мутузилка. А, это коржик, компот и карамелька. Так, давай конфетку возьмем. Куда ты пошел? Нате. Я хочу вас задобрить. Мы победили инопланетян, мы просто раздали им конфеты. Все. Вот это страшилка. Походу, тут любой вариант будет правильный. На самом деле, тут нету неправильного варианта. Так. Вот это нажму, что это такое, не понял. Желейка, что ли, какая-то? Или что это? Какая-то эластичная штучка. Булькает еще так прикольно. Что это? Взорваться должно? А, конфетки выскочили. Или какая-то черная дыра, скорее всего, да? Черная дыра, точно. Она сделала и забрал конфеты. Потрясающе. Он хотел взять ключи от машины и включить, и открыть его ключами от машины, но это не сработало. Ой, замок. Так, что за пингвин? И что мне с ним делать? Наверное, надо его... Ну, давай его струей воды напугаем. Или что это мыльные пузыри? И что он должен с ним сделать? Он взял, просто убежал.
Он просто взял, убежал. Ёлки-палки, браточек. Ты потрясающий. Да, вообще ничего не было, да? Я сам испугался. Ну и последнюю давайте, ребят. Получается, это у меня самое время ночью. А это мама, да? Ага, так. А, во, смотрите, давайте ей создадим что-то. Вау, цепи на мне. Эти, ты так мой. О, нормально, нормально, такая чика. Приколдес, приколдес. Все, а что она стирает-то, не пойму. Зачем? А-а-а, разумное решение, ребят, всегда спите ночи. Ё-моё, усилишься, чё? Я не могу. Но никогда не играйте ночью, не смотрите ночью страшилки. Я вас умоляю, прошу вас. Если вам понравилось, ребят, лайк, если вам понравился. Подписывайтесь на канал, уже заикаться стал. Подписывайтесь на канал, жмите как можно сильнее колокольчику. Рассказывайте друзьям, посмотрите на мой телеграм-канал. Если вам понравится, то мы, конечно же, продолжим. Сколько тут? 4 дома осталось. Думаю, закончим в следующий раз. Жмите на вот эту штучку, чтобы подписаться. Посмотрите вот эти видосы, это специально для вас. А это еще одно страшное видео, которое я для вас выберу. Тыкайте, ребят, если не будет чистая игра, меня точно доведет до белого коленя. А с вами был, как всегда, я, Райли. Здоровья, там, счастья, успехов, всего самого наилучшего. Берегите обязательно себя и своих близких, будьте счастливы, будьте, конечно, здоровы, и увидимся уже в новых видео. Пока!